Детской зимней горки напротив Магаданского драматического театра больше не будет. Срок годности конструкции истек. Игровой объект установили 12 лет назад, еще в 2008 году. Деревянные опоры со временем прогнили. По правилам безопасности элементы детские игровые комплексы не должны эксплуатироваться свыше срока эксплуатации, установленной заводом-изготовителем. Данная конструкция будет демонтирована, часть ее элементов пойдут на ремонт других форм, где они могут быть применены, а основные столбы, конечно же, будут утилизированы. Излюбленного игрового места для детей больше не будет. Но в КЗХ говорят, что зимой здесь возведут снежную горку, как это делали раньше. О том, появится ли новый городок на этом месте, пока неизвестно. По словам специалистов, для возведения школы эта территория маленькая. В муниципалитете в ближайшее время решат, как обойтись с участком земли в центре культурного квартала.